Есть много толкований на Тору и на Зоар. Тоже можно написать много всего. Но речь идет не о словесном толковании, а толковании, которое дается при условии того, что он направляет себя на более внутреннее, еще более внутреннее состояние. И более внутренним состоянием называется то, что он больше и больше объединяет всю эту историю с внутренними своими ощущениями, поскольку все это внутри меня находится, и за счет усилия он раскрывает это внутреннее толкование. И невозможно это передать просто так словами, а только из его усилия он раскрывает внутри себя все эти новые определения.